Вот. Пенится. Это можно кушать. А, ножик есть? Ножик железный. Можно большой ножик. Кто первый раз краб? Большой, побольше можно? Сбудется обязательно. Клешни больше всего мягко. Как и у рака. Еще одну тарелку. Трепанация черепа прошла удачно. Открываем. В принципе, вот эту красную можно есть. Икра это. Да. А это зеленая что? Это шкишки. Это вот икра. Вот ее можно есть. Она такая сурозная. Она не горчит? Нет. Вот это надо помыть. Вот. Кусочек мяса. Вот это надо помыть. Вот. Это надо помыть. Вот. Так что, а если вот это помыть, то будет такая чашечка. Прикольно. Для хранения ключей. Ну, не знаю, может. Все остальное как-то больше ничего съедобного. И корка. Ну, икра, да. Вот. Здесь опять жабры. У него их не кушают, потому что они. Что, Андрей, совсем никак? Да. Открываем дальше. Здесь бывает мясо. Вот именно где в лапке. Вот. Вообще мяса много. Ну, мяса мало. В этом. Честно говоря. В этой ноге мяса много. Единственное, что где это в клешне. Мясо много. В клешне. Пиво жигулевское, крабы норвежские. Да. Ну вот, в принципе, больше ничего не чувствую себя где-то вот. В каком-то. Ну вот если помоете. Пивном таком баре. Баре. Такое. Причем такой русский такой какой-то дух. Пиво русское. Это мой дух русский. Норвежский дух. Cheers. За крабов. За крабов и креболовов. Извините, руки разные. Да. Мы с тобой. Ладно. Ой, ну что же мне тут съесть сегодня? Не хочу. Заел. У нас так все гламурно в этой Норвегии. На тебе еще одну. Как они трудно кусаются. Ну, хороший граб. Спасибо. Очень. Вот этой клешней он чуть не прокусил сетку. Это животное. Даже не знаю, что это. Да. Мусора много. Сам процесс. Может, ты можешь, пожалуйста, тоже любая часть подать, а я тебе дам салфетки. Да. Телефон мой? Да. Что-то модный у тебя этот звоночек. Что? Модный звоночек. У тебя жестко. Да сбок. Ну что, вкусно? Прикольно? Конечно. Особо не наешься, конечно. Интересный вкус, правда?
А где эти зубочистки? Только что. Зубочистки. Только что стояли здесь. Вон, вот они стоят. А, кто-то поставил. Давайте я вас хочу снова. Ну, давай, ну тут очень близко. Ну, надо было нам на большую популярность. Что, Андрей отказался? Не хочет? Не любит. Как можно не любить того, чего не пробовал? Но он говорит, что ему лучше тушенку. Да, Андрей, не будешь краба? А почему? Его можно выковыривать. А ты же не пробовал? Ой, спасибо. Это чистый, чистый белок. Очень вкусно. Айвер Юли. Буквально западает. Гребешки легче кушать. Да, все эклипсы. Вечные эклипсы. Что прикольно. Сюда прикалываешь. А эти маленькие лапки что же можно кушать? Да, вот сейчас вытекает. Здесь сок вытекает, не я баловаться. Добрые люди отламывают клешни от краба, я отпускаю. Да. Только одну. А две нельзя отламывать. Они отрастают? Ты тогда не сможешь добывать себе пищу, пока они отрастают. Ну да, он с голоду помирает. А как просто долго он отрастает на лапу себя? Я приду по-разному. Я думаю, что долго. Юля, а там был дохлый, да, один краб, помнишь? А да, нашла я, да, сегодня. Выбросила. Помёрзший. Большой? Да, большой. Помёрзший. Расскажи, как я застрелила рыбу сегодня. Которую ты стреляла? Да. Да ты стреляла, чёрт. Нет. Она стреляла по одной рыбе. Расскажи, по какой. Ну-ка, ну-ка, да. Это была треска, по-моему. Да? Когда? Скумбрия это была, мне кажется, нет? Нет. Маленькая. Не-не. Белая, белая, красивая, которая на дне лежала. Вот. Как я у тебя винтовку отнимала. А, тогда. Можно. Говорит, дай винтовку. И я такой чешет вперед. И говорит, дай винтовку. Меня сбегает. Дай сюда. Дай сюда, там же рыба, там же рыба. Такой выстрел. И на тебе. Там скелет вместо рыбы. Реальный скелет. Знаешь, Костя, я подстрелила сегодня скелет трески. Я уже слышал. Короче, я бурно рассказывала. Это вообще было круто. Ничем тебя не удивит. Ты же скелетов уже стреляешь. Это как-то... Какого жарки была, я не знаю. Хорошо, что меня там это... Рядом не было. Жив остался. Да, жив остался. Я мог попасть под ту же гребенку. Раздача. Бедный страдалец Илья. Илья великомученик. Которому крабы нравятся, да? Давай, это самое. Да. Отключаю.